сегодня познакомилась с человеком. Наталья. Такой человек, ну, душевный. Видя, что я мучаюсь с Инстаграма, пригласила меня к себе домой, чтобы я смогла что-то закачать. Теперь мне объяснила, напоила чаем, меня конфетками накормила. А сейчас я пошла на Буду, она мне показала, куда идти. Вот мой Нордик, в котором я завтракала, любимый. Вон слон. Там был обменник, я меняла денежки. Он сейчас там есть, но, по-моему, не работает. Вот. Пошла наверх. Дойду сейчас, наверное, найду Буду. Нет. Дорога на Буду. Хотела, конечно, уйти еще в 12, а брось самую жару. Просидела с телефоном, теперь пошла, но ничего. Вот, зашла в Ландри, а она такая плохая женщина, сидит, говорит, полтора часа жду, она белье там вытащить не могу. Никто налаживать не едет, вся, говорит, психовалась, у меня, говорит, столько дел. Friends, Flowers, кафе-бар. Вот, открывает кафе-бар. Ну все, я приехала на Большого Буду. Сразу тут фотографии. Сразу тут есть. А здесь что? Здесь подношения. Будды разные, петухи. Будды, петухи. А вот теперь я посчитаю ступеньки. 101, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Сейчас прочитаю, кто это. Там собака меня тут раз напугала.
Какой же ты большой. Где мой-то Будда? Вторник. Это вторник. Которого в пуп не попала, надо попасть. Ну что, буду кидать монетку. Попаду, не попаду. 4 года назад загадала, не попала, не приезжала 4 года. Вот хочу опять. На следующий 4 года. Ну все, опять не попала. Надо новую. Нельзя одну и ту же. Индусы чудные, подбирают с пола чужие монетки и кидают. Своих жалко, видимо. Я вообще была им поражена. А я им говорю, это моя монетка, свою достаньте, а не потом давай доставать. Желание. Ай. След Будды. Здесь нужно загадать желание, поставить на ребро. Сейчас попробую поставить на ребро. Как? Меня удивило то, что индусы без женщин. Одни. Да. Вечерняя — это моя. Вот это моя, а вот это та среда вечерняя, та среда утренняя. Я родилась вечером, моя та среда. Рады, что пятница. Положу денежку и загуляю. Должен гудеть. Он не гудит. Надо листочек повешать. Не гудит. Терла, не гудит. У меня
Среда какой надо цвет? Да. Какой? Какой? Зеленый? 20. Среда разве зеленый цвет? Сейчас я проверю. Конечно, деньги они собирают. Да как вот сжигают там, где? Мисс, а где поджигать-то? Где? Там поджигают, да? Лев, обезьяна. Нашла черепаху бедную, нашла какую-то тарелку, налила ей воды. Думаю, жарко, она пыталась выйти. Зачем ее там держат? Лишь бы не убили, она пить хочет, бедная. О, Господи, я вся расстроилась, эту черепаху.
все заброшено. Говорят, они еще хорошо ухаживают за своими храмами. Не очень, видимо, хорошо. Домики для подношений стоят. Из них водичка стоит. Заводи кап. Заводи кап. Опа. Это, видимо, сами подношения теряют. Здесь нам убирают. Ой, тут еще столик. Ой, а какие места хорошие. Горох висит. Вот и пусть сбегает. Пойду я поищу теперь смотровую площадку, где она, не знаю, но попытаюсь сейчас найти.